Всем привет! Сегодня я решила показать вам 5 моих любимых способов стилизации вещей с цветочным принтом. Потому что мало того, что это один из самых горячо любимых лично мной принтов вообще в мире, так это еще и очень громкий тренд предстоящей осени. Осенью мы с вами будем комбинировать цветочный принт с металлизированными вещами и атласными, также с ботильонами на низком каблуке рюмочки, с ботфортами, с кожаными куртками, пальто длинный миди. Будем надевать его поверх легких водолазок. Но пока лето еще дает нам шанс показать немножечко кожи, я предлагаю следующие варианты. Итак, чем более нежная и женственная вещица на мне надета, тем больше мне хочется разбавить ее чем-то спортивным. Поэтому парой к самым романтичным платьям я всегда выбираю белые кеды и объемную винтажную куртку из денима. Кстати, ее эквивалентом может стать, например, байкерская кожаная куртка или какой-то объемный жилет без рукавов. Когда ко мне в руки или ко мне в шкаф попадает платье длины макси в стиле бохо, я просто не могу удержаться и не добавить к нему шляпу с широкими полями и пару ботинок на плоском ходу. Потому что примерить на себе фестивальный шик в стиле Калифорнии всегда очень интересно и очень весело. Здесь я бы посоветовала выбирать шляпу с абсолютно прямыми полями, которые не загибаются и не падают вниз, потому что она идеально дополнит образ. А осенью можно добавить кожаную куртку, пальто длинный миди или какой-то очень уютный свитер. Цветочный принт и деним – это идеальный классический ансамбль. Но для того, чтобы сделать его чуть более трендовым в этом сезоне, дополняйте образ металлизированной обувью, причем абсолютно любого понравившегося вам оттенка. Когда на улице становится слишком жарко, чтобы продумывать свои образы, просто накиньте топ с гавайским принтом, добавьте шорты на высокой талии и огромные очки. И у вас получится очень расслабленный и комфортный образ, который невероятно просто собрать воедино. Но смотреться он будет куда интереснее, чем просто джинсовые шорты и белая футболка. Здесь у нас один из моих абсолютных фаворитов – это платье-халат с достаточно крупным флористическим принтом. Я добавила к нему пушистый кардиган и босоножки с искусственным мехом. Мне кажется, что такой уютный, женственный и в то же время необычный образ идеально подойдет для переходного периода из лета в осень, когда по вечерам становится чуть более прохладно. Или, например, для какой-то летней загородной свадьбы. Кстати, в последнее время мне просто безумно нравится дополнять бордовые и красные вещи розовым цветом, потому что это очень освежает их. Ну что, на этом у меня все на сегодня. Я очень надеюсь, что вам понравился мой маленький лукбук с цветочным принтом. И, пожалуйста, напишите мне внизу в комментариях, какой образ приглянулся вам больше всего и что из этого вы хотели бы попробовать примерить на себя. Мне будет очень интересно почитать. И да, на этом у меня, наверное, все. Я надеюсь, что погода там, где вы живете, все еще позволяет вам носить летние открытые вещи, потому что, друзья, у нас остался всего один месяц. Один месяц, и потом начинается сентябрь, начинается осень. Ну, что ж делать, у природы нет плохой погоды, вы знаете, что я очень люблю осень, я в предвкушении. В любом случае, я желаю вам прекрасного дня, целую, обнимаю, пока-пока!